Так с кем мы имеем дело? Преступная группа с весьма необычными навыками. Юта, нужна версия. Почему они не приземлились в джунглях и не скрылись, как все нормальные люди? Потому что они ненормальные люди, сэр. Они похожи на меня. За ограблениями стоят спортсмены-экстремалы. Они используют свои навыки, чтобы подорвать финансовые рынки. И им плевать на возможные жертвы. Зови меня Бодхи. Там внизу золото на несколько миллиардов. Хочешь его украсть? Нет. Мы его освободим. Думаешь, вы братья? Покажи, на чьей ты стороне. Преступные гении. Это просто дети, прожигающие жизнь. Мы можем поймать их. Мне нужно больше времени. Ты хоть представляешь, скольких ты убил? Сколько законов нарушил? У меня один закон — притяжение. Стой!